Снова здравствуйте, всем привет. Итак, на полях YouTube лазю, все ищу информацию. Вот попалась еще информация. По-моему, я о ней ролик какой-то делал или говорил, как это все дело возвращать, но уже не припомню. У меня очень много, значит, роликов на канале, так что если я не могу вспомнить, в каком ролике что-то, то, возможно, где-то чего-то он не попадался, да? Возможно, даже никому не попадался. А если попадался, то очень малому количеству людей. Итак, давайте продублируем, законспектируем информацию. Ссылку, значит, на этот канал, если найду, потом оставлю в описании. Итак, когда мы вставляем Shift A, Mesh, добавляем куб или циркл, без разницы, что-то там, да, какой-нибудь Mesh, давайте, куб. У нас появляется в боку Add куб. Вот его настройки, там перекрутка, словом, передвижение. Все вот можно тут делать. Размер его менять и так далее. Но когда мы нажимаем на рабочее поле, у нас после нажатия на куб все это дело исчезает. Итак, заходим в Edit преференции. Находим, значит, Keymap. Вводим здесь Redo Last, словом, вот эту надпись, и нажимая вот в окошке keyboard вот этот, мы можем включить сочетание клавиш. У меня стоит Shift Q, Ctrl Shift Q. Нажимаю сочетание клавиш, все, я поменял это все дело. И давайте посмотрим, появится или нет. Нажимаем на куб, Ctrl-Shift-Q, и вот она появляется, нам вот это вот окошко. Все, все настроено, теперь искать долго не надо. Запоминаем горячие клавиши и все находим. Единственный минус, что это все исчезает после того, как вы перестаете наводить на этот, на это окошко. Поэтому, если будете что-то менять, ну, я думаю, а ну-ка, если на него нажать, нет, уводите мышку, и она исчезает. За исключением, когда Shift, так, Shift A, Mesh, куб, вот, она открыта, и мы работаем. Но когда мы щелкнули, она тоже пропадает. Так что, что так, что так. Один фиг, она пропадет. Ну вот она есть. Все, всем пока, до свидания.